Галина, Галина Петровна, какой стаж семейный соединяет? 26. 26 лет супружества. Знаете, у одной женщины спросили, на серебряной свадьбе говорят, скажите, пожалуйста, 25 лет вместе, там 26, и никогда не думали о разводе? Ну, это разводе? Ну что вы, об убийстве часто. Сережка, пожалуйста, дайте листочки. Я хочу добавить, это Галина Петровна 26, а мне 52. А, ну естественно, да. Я прошу, стульчиков много поставьте, стульчиков много поставьте, стульчиков. Девочки, подходите, пожалуйста, присаживайтесь возле Галины Петровны. Прошу. Вы же будто бы, да, родичи с вами, шановно, пожалуйста, присядьте. Шесть стульчики ставьте, стульчики. Сидайте, будь ласка. Тут такая ванная жилька на улице. Присядьте, будь ласка. И вы присядьте, будь ласка, тоже. Кого еще? Девушка, можно вас? Да, и вы присядьте, пожалуйста. Присядьте, украсьте это. Прекрасно, да? И сюда, пожалуйста. Иди сюда, дети, иди сюда, пожалуйста, пожалуйста. Так, вот эти вот две уходят от ответственности. Мы без вас не начнем. Я прошу, с Михаилом Григорьевичем сказала, вы дружили, чтобы сидела. Будь ласка, выходите до нас. Швиденько. Швиденько проходите в цей коридорчик. Так, и мы закроем это дело стульчиком. И, пожалуйста, присядьте, присядьте, присядьте все. Да, хорошо. Так, моя дорогая, сделайте, пожалуйста, папе то, что сделала ваша мама вашему мужу. Покрепче завяжите глаза. Да, посмотрите внимательно, где сидит ваша супруга. Девочки, а вы сядьте красивенько, пожалуйста, ножки ровненько поставьте. Да, 26 лет супружеской жизни, и, наверное, же говорят, что нету места на теле любимой женщины, на котором не лежала ваша рука. Хорошо знаете вашу жену, да? Хорошо же ее знаете, Жанна, не отвлекай папу. Да, да, да. Хорошо знаете, да. Вот сейчас вы угадаете вашу жену. А знаете, почему угадаете? И, девочки, этот номер, напрасно старайтесь, моя дорогая. Пожалуйста, юбочки приподнимите над коленками и правую ножку положите на левую. И по любимой коленочке, по любимой, можно снять обувь на ножку, пожалуйста. Директно, подагра, зараза, замучила, да? Ой, ты нас тоже, такие же, я вам скажу, ты Чернобыль. Что она рубила, женоку не наболять? Так, Верека, пожалуйста, вы тоже коленка оголите. Так, и мы сейчас начинаем коленочку оголите с Михаилом Григорьевичем аккуратненько. Ну, приподними юбку на колен. Да ладно, да ради бога. Так, давайте, нагинайтесь. Ну, ножку на ножку, давай, 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 давай. Давай. Мы с вами будем встречать, он уже скоро приедет в эту